Дорогие друзья, я решил открыть свой творческий вечер стихами одного из любимейших мною поэтов. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо создавать архивов, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значит, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, жить так, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целые, очерчивая на полях. И оступаться в неизвестность, и путать там свои шаги, как путает в тумане местность, когда не видно в ней низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не оступиться от лица и быть живым, живым и только до конца. Работай! Быть живым, быть живым.